Ребят, всех приветствую. Хочу с вами поделиться очень полезной и нужной информацией. Это несколько интернет-магазинов заморских, американских, европейских, где вы можете приобрести вот необходимую вам деталюгу. Большинство товаров, да, у нас в России не представлено, и найти ее вживую очень сложно. У нас в России есть только самое-самое такое популярное и самое нужное. А вот хитрые деталюги придется каждому самому заказывать. Лучше обходить там всякие Алиэкспрессы и те же самые eBay стороной, а идти напрямую вот к таким продавцам, как я вам озвучу. И вот первый и, как мне кажется, самый разрекламированный и самый, по-моему, крупный магазин в Америке, связанный с арбористикой, это 3stop.com. Сайт у них постоянно-постоянно в работе, постоянно они что-то там улучшают. Ребята молодцы, у них огромнейший выбор снаряги со всего мира, офигенный сервис, ребята всегда отвечают молниеносно, ну, то есть как, не забывайте, что у нас разница с ними в часовом поясах примерно там 10-12 часов. Если вы им сегодня напишите, вечером они уже вам ответят. Много раз у них заказывал, много раз приходили мне их посылки, каждый раз все это было изумительно. Ребята пользуются курьерскими службами, не просто почтой, да, а вот именно курьерскими. Там я заказывал, мне всегда приходили посылки через DPD. Курьерскую службу, мне всегда привозили ее на дом, все супер, все круто. Единственное, у них по доставке, ну, дороговато. По цене на снаряжение, ну, что-то среднее. На самом деле, там ценник у всех магазинов, он, ну, примерно одинаковый, там, может быть, чуть-чуть отличается. У 3stop.com есть большой, кстати, плюс. Они очень часто делают всякие акции. Ну, вот, например, была там акция, я запомнил, потому что делал тогда большой заказ. Надо было найти у них на сайте ошибку, сделанную специально их программистом, ну, в тексте или в картинке. И нужно было пометить в комментарии о том, что вот здесь вот ошибка, и они делали скидку там в районе 5-10%. И у них такое постоянно. Так что следите, не спешите заказывать, если у вас это не горит, то подождите, будет акция, сэкономите денег. Второй сайт, который мой самый любимый, из которого я больше всего заказывал и буду, наверное, заказывать там, это vespur.com. Также находится в Америке, также занимаются снарягой. Магазин, на мой взгляд, он чуть-чуть поменьше, да, и склад у них поменьше, потому что, ну, основные товары у них всегда в наличии, но бывает такое, что что-то нужно заказывать и ждать какое-то количество времени. Ребята работают изумительно. Вот было пару ситуаций, когда моя посылка пропадала, когда моя посылка застряла на таможне. И я там уже как-то рассказывал в каком-то видео, что российская таможня не выдавала мне посылку, пока я там не задекларировал. Ну, короче, там свои проблемы возникли именно с той посылкой, потому что она была большой, да, больше, чем я обычно заказывал. Посылка уехала обратно. Ребята мне полностью возместили мой заказ, они мне отписывались, чего, где моя посылка. Ребята супер, заходите, приобретайте. По доставкам, там, когда будете, кстати, заказывать, у них есть несколько вариантов доставок, да, экономичная, там, средняя, там, премиум, ну, увидите это все. Они разные по цене, ну, и, следовательно, по времени. Я заказывал себе экономичный, то есть это мои посылки ехали морем, кораблем, и в среднем посылка вот до коронавируса ко мне приезжала 1,5-2 недели, если заказ делать в понедельник. Там есть нюанс, что они формируют заказы, и я так понимаю, что, может быть, корабль отплывает раз в неделю с этими всеми посылками, которые идут из Америки. И если в понедельник делать заказ, то во вторник она уже покидает границу там Америки. Если это делаешь там во вторник заказ у них на сайте, ну, следовательно, на границу она, посылка твоя, покидает следующий вторник. Поэтому, чтобы сэкономить свое время, вот имейте в виду такие вот нюансы. Ребят, если вы постоянно что-то заказываете, не поленитесь, напишите им в поддержку. Ну, как минимум, там, где-то 1500 долларов нужно будет заказать всей снаряги, да, в общей сумме.
тогда они вам сделают хорошую скидку. Но это нужно там с ними пообщаться, попереписываться. Кому интересно, такой лайфхак, пользуйтесь. Также, ребята, еще порекомендую относительно новенький магазин Fort Rich Shop. Немецкий магазин. Появился он пару лет назад. Сейчас начал активно развиваться. Его также в России курирует всем известный Игорь Князев. Офигенный мужик, супер арборист. Любой вопрос он ответит. Вот любое дерево, он вот... Для него не проблема. Начал с ними также работать, с Fort Rich Shop. Через меня можно заказать, или можете к ним напрямую обратиться в этот магазин. Мне все понравилось. На данный момент никаких косяков, там ничего не замечено, все супер. Сами принимайте решение, где, чего, как приобретать. По стоимости доставок проговорю у всех, что, например, из Америки, вот если из 300 заказывать и заказывать посылку, ну, обычно, вот как ни крути, там примерно 5 килограмм получается твоя посылка. Ссылка. На данный момент такая доставка будет стоить в районе $120. Из Германии в два раза дешевле, даже может чуть побольше. Но там тоже нужно смотреть по месту. Всех предупрежу, перед тем, как заказывать, ребят, пожалуйста, почитайте таможенные правила Российской Федерации. Потому что каждый год у нас что-то наша таможня что-то придумывает. Они могут наложить... Ну, не арест, я не знаю. Короче, ваша посылка может застрять где-то на таможне, и вам придется выплачивать пошлину, да. В интернете это все есть, ребята, будьте аккуратны перед тем, как заказывать. Вот лично у меня такая ситуация, что если я так буду заказывать, то я попадаю не на пошлину, а я попадаю на декларирование, и мне каждый раз надо все это декларировать, все это, все вот эти бумажки, геморрой. Но у меня есть свой плюс, что получается, я когда оптом заказываю, мне продавец делает скидки. И также проговорю последнее. Ребят, если кому-то что-то необходимо из этих магазинов, лично я привожу сюда и стараюсь держать у себя там на складе что-то, что самое популярное. Если кому-то что-то интересно и нужно, мои координаты у вас есть, заходите ко мне на сайт. У меня будет дороже. Чуть-чуть дороже, да, где-то в зависимости от веса посылки, да, и в зависимости от партии, которую я заказывал, где-то дороже может, где-то даже может быть и дешевле, если у меня товар залежался, да. Ну а так, я вам все проговорил, если остались вопросы, набирайте. Из моей практики, вот, все геморрои, это с нашей таможней и с нашей почтой. Вот там все, вот начинается весь трэш. А все остальное решаемо. Вот все как-то лояльно, все понимают, все... пытаются войти в положение и помогают решить ваш вопрос, кроме вот этих двух, без которых нам не обойтись. Ну, вроде все сказал, ребят. Всем спасибо, всем жирных заказов, всем пока.